Сэтгүүлэгчийн зарлиг 2015 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр дугаар 179 Төрийн Ордон Улаанбаатар хот Төрийн Соёлын Хөтөлбөр тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1-р заалтыг үндэслэн зарлиг болгох нь Монгол угсаатнуудын их төв уламжлал соёл гүн хаан сэтгэлгээний онцлогийг илтгэсэн Монголын сэтгэл гармгаа бүтээлүүд урлаж хүн төрөлхтний оюуны санд бахархан хов нэмэр оруулж байгаа Даши Намдаков намдгийн дашнам Монгол улсын төрийн соёлын хүртээс үгүй зарлиг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Цахаагийн элдвэл орж. За дашнам. Сайн байна уу? Сайн байна. Их байртай байна вэ? Мэнэ Монголын президент намай уриад их октологуу тэгээд их зүрхэн мне их эрт тун шиж байна. Это была вообще моя большой идеей народу показать, потому что отношение к Чингисхану в мире, оно как бы неоднозначное. И так как мы все монголы, мы должны популяризировать имя нашего, возможно, поставить памятник великому нашему предку в центре Лондона. И вообще была легенда, что монгольская легенда о том, что Чингисхан дойдет до последнего моря. И так получилось, что у нас получилось через 800 лет, что он пришел и встал в центре Лондона, как бы спустился с неба. И я его так изобразил. Бог, и он уже, вот, он спускается с неба по гривам, по руке. Видно, что он уже как небожитель, он спустился уже как мудрец, как уже божество. Это вот просто вот мы общались очень много с властями Лондона вот по этому поводу. И я предложил идею Чингисхана, что удивительно, они меня поддержали. Я думал, что будет отторжение. Отторжения не было, и наоборот, они поддержали власти Лондона, мэрия. И я разговаривал и с членами королевской семьи по этому поводу, так как это стояло в центре Лондона совершенно, и мне получилось с моими друзьями, партнерами, единомышленниками в Лондоне договориться и поставить Чингисхана. Это, я считаю, что это великая честь для меня. И когда мы открывали, вся площадь была усыпана монгольскими народами. Но я думаю, что это была судьба. Я думаю, что это вообще было... Возможно, я даже родился для того, чтобы сделать именно то, чтобы Чингисхан оказался в центре Лондона. А Лондон — это такая культурная столица мира сейчас. И очень много народу видела, и она стояла в таком уникальном месте, совершенно в центре Лондона, и каждый гость Лондона видел Чингисхана, и каждый задавал для себя вопрос и начинал интересоваться, еще раз интересоваться судьбой Чингисхана, историей монголов. И я думаю, что это такая большая работа проведена для популяризации, для хорошей популяризации имени великого предка. Я думаю, что я же все-таки вырос в России и учился в европейских вузах. И я думаю, что я ближе знаю менталитет европейских людей. И я знаю, как, скажем, будут реагировать на ту или на другую идею. И я сделал Чингисхана осознанно невооруженным, абсолютно без оружия, и уже в возрасте, в мудром, когда он уже был в состоянии, когда уже какого-то такого мудреца, который мог только, скажем, рассказать своим потомкам, как надо жить правильно. Арунтованы. Төрийн соёлын хөтөлбөрт энэ нэслэлт оролцож байгаа та их талархалтай байна. Яагаад гэвэл Монголын төр
Монгол уран баримчинд шагын төрийн ха сорилтыг өгч байгаад уран баримч хүнийхээ хувьд Монгол улсын төрийн сорилтыг өгч байгаа бол баяртай байна. Учир нь бол яг хав зайны ирэхээр хэлийн хоёр талд байгаа ч гэсэн Монголын эртний өгөөд Монголын өнөөгийн соёл урлагийг уран баримлын хэлгээр дэлхийн олон улсын төвшөнд мэргэжлийн өндөр төвшөнд харуулж байгаа. Даши Намдако уран баримчид Монголын төрийн сорилт олгосон нь бол нүдтэй олсон энэ шагналаа гэж бодож байна. Нэгэ Монголын төрд Даши Намдаковд маш их баярлалаа. Ер нь уран баримч хүнийхээ хувьд бол Даши Намдаковын Монголын сэтгэвтэй уран бүтээлүүд мөн чөлөө сэтгэлгээний уран бүтээлүүд нь бол айг бол өндөр хүлээж авдаг. Чингис хааны хөшөө дурсгал бол одоо энэ хүний бүтээл Монголд үлдэж байгаа нь өөрөө бол их үнцэнтэй нэр хүндийн асуудал. Нөгөө талаар Чингис хаан бол одоо үлгэр туйлсын одоо маягаар дүрслэж дээд тэнгэрээс их газар нутгатаа бууж ирж байгаагаар дүрслэгдсэн. Уран баримлын нэн сонин хиллэг дүрсээр бүтээсэн ийм гайхамшигтай сайн бүтээлээ гэж баримлын хүнийхээ хувьд бол хүндэлж явдаг.